Так, всем привет. Очередная утрянка. Только вот сел, все разложил, утку выпустил, вон она там, кверх жопой. Одну камеру поставить успел, а та, что на голове, камера надел, не успел включить. Четыре штуки прилетело. Один там сел, один прямо сюда, вот к утке. Тут уже не до камеры, пришлось стрелять. Но первая камера его засняла, которая на воде стоит. А эту не успел включить, только вот пришел. Вот он, первый трофей. Та камера, надеюсь, нормально подсняла. Утка у меня вообще молчит. Второй день. Кверх жопой жрет и жрет. Вот приеду я на 3 часа, она 3 часа жрет. Как будто я ее не кормлю. А сегодня утром захожу, она яйцо снесла. Теперь я понял, почему она второй или третий день уже не работает. Ну, как бы я манками маню, а она, когда уже подлетают, осадку дает. Хоть так помогает. Все, сидим дальше. Уже один есть, полем. Не забываем подписываться. В работе много видео, пока некогда им заниматься. Все, сидим. В общем, увидел вдали парочку гоголей, решил вот таким звуком их, ну, просто экспериментировал. Пара
кошачка подплыла, короче. Налетело потом еще два или три, и потом еще штуки 3-4. Короче, около десятка гоголей сюда налетело. Не знаю, случайно это или на этот звук. Парочка, все, вот уже была на выстрел, но самка плыла рядом с самцом, не мог стрелять. Вел их, они меня все равно увидели, улетели. Потом на этот звук еще самец подплыл, один уже. Сетка мне помешала. Улетел, тоже увидел движение. Первые это все на выстрел подплыли, я подождал их. Но самка была рядом. Так, все, буду собираться. Одного добыли, как обычно, щипало полил. В пакет убрал. Летало много, но пришел я сегодня поздно, укрытие у меня не очень. Гоголей можно было стрельнуть, но самка закрывала самца. Ну, мне хватит, куда их. Ладно, все. Пока, всем удачи на охоте, подписываемся.